Я первый раз в жизни на Кольском полуострове. Мечтал сюда попасть все свое детство, всю свою жизнь. Вот, начали с хода горбуши. И, честно говоря, я вообще в шоке от того, что здесь происходит. Здесь просто огромное количество людей. Все мешкуют, все в пакет, на удочке, тройниками, всем подряд. Сейчас нашли скопление выше, значит, где никто не ловит. Но почему-то пока не клюет, будем ключик подбирать. Попробуем здесь плавить, потом переедем, я надеюсь, в более дикие места, потому что проводить всю поездку здесь я бы не хотел. Я так понимаю, уже где-то часа два. Вот, и сейчас была первая нормальная поклевка в рот на трикорол 88. Я уже пробовал бомбарду с мухой, пробовал калибуло, там вертушки, все самое разное. Вот, воблер, в принципе, только поставил, сразу поклевка. Но здесь сложно добираться до берега. Я пока ее тащил, она, короче, отвалилась. Точнее, не она, а он, самец был, горбатый такой классный. Вот, в принципе, воблер, походу, работает намного лучше, чем все остальное. Сейчас попробуем. Сидел за задний тройник. Вот, сейчас постараемся повторить. Вчера мы начали нашу рыбалку с участка реки, на котором огромное количество горбуши. Просто там, ну, 50% воды составляет рыба. Но ловили в огромной толпе, было очень неприятно, неудобно ловить. Сегодня, вот по сравнению с вчерашней рекой, сегодняшние 20 человек на перекате, это просто абсолютно безлюдный берег и абсолютно пустынное место. Сейчас будем ловить горбушу здесь. Ее здесь намного меньше, но ловить здесь приятнее, поэтому я думаю, что нам понравится это место, здесь очень симпатично. Проблема в том, что мы, когда готовились к поездке, немножечко не рассчитали по нашим лескам. И вчера моего шнура единички мне не хватало нигде вообще. То есть горбуша просто стартовала в струю, и удержать ее было невозможно. Поэтому вчера я привязал поводок, так скажем, из флюрокарбона 0,4 мм. И мне этого хватало для того, чтобы выдергивать горбуши за братки. А потом, в конце концов, этот поводок ушел вместе с рыбой. Поэтому сейчас я перематываю снасти все, сделаю флюр 0,3. Попробуем вот так вот половить. Вчера я ловил с аватаром до 15 граммов, и в целом его хватало с 0,4 флюрокарбоном, затянутым под 0 фрикционом, но иногда мне просто вот чуть-чуть не хватало сдерживающего ресурса для того, чтобы стащить горбушу со струи в обратку. Поэтому сегодня взял ультру до 18 грамм, она в комле немножечко помощнее, посмотрим, как она будет справляться. Она, конечно, более концевая, но при этом более мощная в комле. Я думаю, что с ней выдергивать горбушу будет полегче. Thank you.
первая рыбка на этом месте. Здесь ловля сложнее, но намного интереснее. Тут прикол в том, что мы встали на сужение сейчас. На сужении есть хоть какая-то концентрация. В принципе, утрой со струи на 0,3 флюре вот здесь уже вываживается рыба вообще без проблем. Поэтому комплект мне прям пока что заходит. Сейчас перекидал опять половину колебалок, половину воблеров. Поставил Риюшин 63-й опять фарол. Походу он здесь прям по нраву. Новая речка оказалась не такой уж и людной, но это только в сравнении с предыдущей. Потому что в предыдущей там постоянно мимо тебя несколько поплавков летают, здесь ты ловишь на своем четком участке. Собственно, сейчас никто не ловит, потому что закончился ход. То есть сейчас временно, горбуши нет, ее прям не видно, не чувствуется, не клюет. Она должна пойти где-то в 2 часа дня, в 2 часа ночи. А просто очень светло, поэтому я буду день и ночь постоянно. В таком месте я реально чувствую эстетику ловли. Это не вот те вот реки, на которых происходят рыбозаготовки. Здесь прям реально красота вокруг. Речка классная, перекат. А еще прикол в том, что мы ловим практически в море. То есть в зоне видимости находится устье реки, и я отсюда вижу море, Белое море. О, в рот. Ну а дальше начинается театр. Ждем, пока устанет. Ну да, вон трикорол во рту. Прям четко во рту. Самое интересное, что вот несмотря на то, что здесь большой косяк, сейчас находится, рыба просто носит туда-сюда, мы находимся прямо практически в устье реки. Вот, и сейчас самый пик прилива. Почему-то рыба толком не клюет. То есть за рот ловится небольшая часть, сейчас часто подбагривается. Вот, но, пожалуйста, один из примеров, как за рот попадается. Да, это, конечно, здесь так опасно делать.
спокойствие. Главное спокойствие. Фуф. Готово. Такая вот рыбка. Блин, какая офигенная рыба. Можно стоять со всеми людьми вот там, где происходит рыбозаготовка. Ловить на креветку с поплавком и так далее. Или там пацанчиком ее выдирать. А можно стоять посреди Белого моря и ловить офигенно красивую серебристую рыбу легкими снастями, чтобы она задавала вот такой вот. Не стоит говорить, что ход горбуши — это рыбозаготовка. Все в наших руках. И мы можем сделать ловлю такой, какой мы ее хотим видеть. Она вообще не берется. Это наш заключительный день на Кольском. Честно говоря, впечатления двоякие. С одной стороны, я хоть и всю жизнь мечтал попасть на Кольский, я никогда в жизни не думал, что может происходить вот такая вот рыбозаготовка, как на Умбе происходит и так далее. То есть я думал, что Кольский это обходит стороной, то что Кольский это край медведей, дикие районы, где вообще нет людей. Но в то же время оказалось, что несмотря на то, что сейчас ход горбуши, и люди просто ее порят мешками, там с подсачками ловят в воде и так далее, то есть везде кровь, грязь. А оказывается, на машине можно приехать в такое место, где ты будешь стоять посреди моря и ловить охренительную, красивую, потрясающе сильную рыбу легкими снастями. Вот это просто офигенно. Сегодняшнее утро — это просто там, потрясающее утро. Белое море, оно пусть и холодное, сейчас я стою, мне очень холодно, если честно. Вот сегодня на улице 3 градуса было ночью, то есть мы приехали в ночь на рыбалку, но тем не менее, блин, это такая красота, это так офигенно. Легкая снасть, поклевки, красивые рыбы и такие пейзажи, блин, ну я не знаю, что может быть лучше. Скорее всего, я сейчас приеду в Москву и на наши водоемы не буду, не знаю, месяц, два или там год ездить. Так что как-то так, надеюсь, вернусь на Кольский вскоре. Но это уже будет не горбуша однозначно, это будет семга, хариус и форель.